там, куда вам покажут. Все понятно, с чьих уст это все исходит. Зачем вот это все? Нормальная акция. Да не Аллах бедный пострадал. Мы, несмотря ни на что, тащим это. Вот это на полях вот эту суету создавать. Старший, не старший, дамберший, дамберший. Понимаете? Не надо это делать. Просто постоянно с ваших уст, да, ложь льется. А с ваших, правда, когда было? Подожди, сейчас, что ты? Давай, Седамит, ага. Рассказали людям, давай домой, нехер. Если хотят разбирать, хотят разбирать домик, пусть разбирают. По одному говорите, по одному. По одному говорите, по одному. Не делай так, а то я сейчас не понимаю. А то вы всегда свою сторону вляпнули. А вторую сторону не хотите, значит боитесь? Какую сторону? Пусть любит его. У нас одна сторона. Не надо, ты всегда обманываешь. Все. Все, одна сторона. Одна сторона. Просто с вашей стороны постоянно ложь льется. Постоянно ложь. У меня ничего не льется. Постоянно ложь льется. Да не надо, не надо. Ну поясните, поясните эту ложь. Поясните. Я вообще сейчас вообще разговаривать на эту тему не хочу. Я разговариваю с Диматом, который на этом поле, который постоит под флагом акции. Димат, если хотите еще другую сторону слушать, пускай тогда не уходит, спокойно послушайте. Без скандала. И все ровно. Тут никто никого не напрягает. Не, Исмаил. Да, Исмаил. Подожди. У вас есть пресса. Ты сейчас за всех не отвечаешь. У вас есть пресса. Ваша я пресса, несу ответственность вот, за это. Вот стоит. Вот когда тебе давали ответственность, смотри, ты не взял туда ее. Смотри. Я тебе клянусь Аллахом. Вот это мунафик стоит. Ты такой же. Хорошо. Я тебе говорю. Хорошо. Я тебе докажу. Ты рот закрыл. Я хорошо. Тебе докажу. Ты самых рот кяферами закрой, называл, с кем все, рядом стоишь. Все, я хорошо. Ну все, давай не будем говорить об этом. Мы не лезем в ваши дела. Мы не лезем в этот, пожалуйста. Кто посчитал, можем с вами стоять рядом. Пусть стоит. А что вы не рады? Мы не верим в вас. А в чем проблема? Да просто там другая игра идет. Какая другая игра? Я тебе говорю, Дима! Ну возьмите, сделайте вы нам! Сделайте! Дима! В апреле месяце обещали землю. Где она? Сам закрой. Я что? Да это не разговоры, там рот закрой это вообще. Не надо, подожди. Мы вам слова не даем еще. Дорога, вас уже уволили, уже вы не можете ничего сказать. Мы вам слова не даем. Вот есть решение городского совета. Я специально показываю. Интернет это часа, я все уловлю. Да вас же уволили. Посмотри, как пожалуйста. Взять бумаги какие-то. Что ты там уволил? Тоже крымский татар имеет право. Что заступает? Я зачитаю. Мы не даем на нашем собрании выступать. Так, давайте не ругаться. Мы же на вам на поле не приходим. Приходи ко мне. Не приду, зачем? Это Дима. Это мы объявили. Как ты должен выступить? Не надо. Это не ваше собрание. Мы вас сюда не звали. Я могу сейчас сказать, разойдите, если никто не останется. Все, машаллах. Давай поздравляем, разойдемся еще. Я надеюсь, что здесь... А чего вы сейчас присутствуете? Совсем по-другому разговариваете. Я по-другому не разговариваю. Если вы ведите себя... Это у нас просто... Ведите себя нормально. У нас каждый пусть за своим исламом сходит. Не хамите, не грубите. Скажи, что сейчас за ислам вообще говорить не надо. Не, вот именно вообще, мы же представляем. Тихо, про землю. Давай про землю. Давайте. Лишненько, давайте чисто про землю. Значит, что касается земли. Не говорите, говорите, зачем? Предпринять меры. Вот видите, даже не даете, даже не поясняете. А это бумага туалетная, что ты мне не показываешь? А ты какую бумагу показал? Ты за то, что ты ругаешь. Скажи, какую ты бумагу показываешь? Седамет, ты правду не покажи. Седамет, ты вот при всех людях сказал, ты списки куда сдал? Скажи, скажи. А зачем ты меня за списки? Не, ну ты скажи, потому что ты обманываешь все. Зачем ты меня за списки? Зачем меня поймать хочешь? Нет, я хочу сказать, что ты в тот день говорил там, а с трибуны никому не давал слов, где твои списки. И на сегодняшний день где твои списки. Я знаю, где мои списки. Где твои списки? Знаю. Но я даже никогда не скажу. Да, потому что я скажу. У Ибраима Милагу Фонтис народ. Вот и все. Я тебе говорю, что там у него списки. Вот видишь, я даже выражение лица поменял. Да ничего у меня не поменялось. Вы все за свои, они все за свои дела ответят. Не лезьте к нам. Вот все. Не лезьте к нам. Джимат, есть это маленькое.
тебе просьба. Не надо нам ничего говорить. Не надо нам ничего рассказывать. Не вам. Не надо. Мы же не позицию, мы к вам не лезем. Сколько здесь сейчас присутствует? Мы приходим на указ. Кого ты исполняешь? На кого работаете? Даже по исламу. Давай. Не надо писать ислам. А уже не ислам для нас не надо. Давайте не будем ругаться. Успокойтесь. Давайте сделаем так. Давайте на давайте сделаем так. Кто хочет послушать, кто не хочет, давайте сделаем так. Камеру разобьем. Давайте сделаем так. Вот когда у нас не получится, вот тогда вы будете говорить. Слушайте. А не надо сейчас тут это, сколько нужно денег? Вот смотри, никто не пришел никому говорить, уходить, ну что, но наше право людям сказать. У нас мы знаем, как решить этот вопрос. Мы знаем. Мы решаем. Мы его решаем. Ну как ты его решаешь? Зачем я не буду рассказывать? Не надо нам ничего показывать. Мы это уже видели и не раз. Мы назначили здесь собрание. Мы назначили здесь по телевидению. Что делать? А какое вы имеете право здесь собрание назначать? А ты какое имеешь право? Какое отношение имеете? Это не я вас ставлю. Вы в соцфарки пошли уже. Не надо. Вы в соцфарки пошли уже. Не надо. Вы в соцфарки пошли уже. Вы в соцфарки пошли уже. Вы в соцфарки пошли уже. Вы в соцфарки пошли Барде бахмаш, давайте будем барде бахмаш. Аминь.